Табличку установили на здании бывшего райкома КПСС, где Николай Игнатович работал в течение 13 лет. На торжественное мероприятие вместе с другими местными жителями пришел нынешний глава региона. Для Вениамина Кондратьева Кондратенко во многом был наставником. Он не любил, когда его кто-то называл батька, потому что он считал себя сыном. Сыном своей земли, сыном своей Кубань, сыном. И по сыновью ее любил. По сыновью к ней относился, к Кубани, к земле, к людям. Яркая, динамичная, мощная личность. Самое главное оружие Николая Игнатьевича – это сила духа. 90-е страшные годы выпали на его плечи. Страшные годы. И он смог достойно, как настоящий сын, и даже не хозяин, и не батька, сын своей земли, своего народа, сделать все, чтобы Кубань сохранилась сытой и благополучной, а теперь стала процветающей. Он заложил эти основы. Помнить должны те, ради которых он жил, ради которых он все это делал. В такой же воскресный день, помню, отец часто брал нас с братом в машину, и целый день мы ездили по полям. Смотрел посевы, уборку урожая, бывали в бригадах, на фермах, общался с людьми. И вот именно тогда он дал нам понять, что такое любовь к кубанской земле, что такое любовь к труду на земле. Почтить память Николая Кондратенко пришли не только родственники и друзья и коллеги, но и местные жители. В Динском районе до сих пор помнят, как уже будучи главой Краснодарского края, он ходил по улицам и лично погружался во все проблемы. В здании бывшего райкома КПСС сохранили кабинет, где трудился Кондратенко. В станице Динской прекрасно знают, откуда начинал свою политическую карьеру народный губернатор.